О, дубовий стовп. Як новий. Подивіться. Щеблети які. Жена мені купила. А? Фірмені. Фірма Крок, по-моєму. Правда, на два розміри більше, но я так розумію, що швидше бігав і все успівав. Отак. Поїхали. Друзьяки, пока занимаюсь тем сараем, хочу вам показать, давно не показывал своих, группу аматоров. Аматор, Вероника, вот аматор, аматор самый маленький. Вероника пошла в рост. Это получается, им, короче, они в конце августа родились. 26 августа, сентябрь, октябрь, ноябрь, ну тоже пошел четвертый месяц уже. Есть особо слабенько едят, а ждут конфеты. Я их тут конфетами подгодовываю, ну думаю так, есть чуть-чуть, ну по чуть-чуть даю. Вон. Первая на очереди, на аматор, аматор, конфеты любят, карамельки, на, Вероничка, на, и этой свинки, опа, все, давай, спрыгивай, аматор, давай, спрыгивай, ты же ж. И, короче, друзья, жду именно по переводу. Перевезти їх отсюда в новий сарай. Жду, беремо зараз буквально там неділька і уберемо оттуда дюрочка і освободиться клітка, я їх в ту клітку віддільно. Іменно Вероніку і цих двох свинок. А аматора, можливо, або в той сарай, в газоблочний, де на откормі у нас сидять. Або ж, на, давай сюди. По очереді. Раз. Два, на, три, сейчас Вероничке дамо. Вера, Вера, давай, на, во, все, хватаем по две штучки, бо, все, то потом. І проблема, вони вже в тачку в мене не влізуть, треба буде як-то їх переводити то ли на вірьовки,
то ли гонять их, именно гнать их всех троих туда, или пробовать загружать в новую клетку. Тут по этому сараю, получается, той сарай именно для доращивания. Ну там я забрал от свиноматки и доращиваю до 2 месяцев, 2,5, ну может даже быть и в кое-каких случаях и до 3 месяцев. Ну то уже таке. А этот сарай я надумал все-таки ним заняться, делать для откорма. То есть с этого сарая, а там сделаю дверь, и оттуда уже там, коли порося там по 2,5, по 3 месяца, по 2 месяца, перегоняю сюда их на щелевый пол, на откорм. Что у меня тут, друзья? Тут я начал разбирать у свободное от работы время, вот именно поделав все свои управы, все корма наколотив, и можу заниматься цим сараем. Богдан мне вчера помог, демонтировал с ним потолок, ну а я сейчас разбираю сами загороди. Значит, что у меня в планах? Тут, короче, в уголку, вот именно цей сволок, именно сгнивший, гнилий в котях. Вот тут уже и укрепляли, и этот. И прибитый уголок 30-й, стенка 4 мм. И в уголку лежали просто лежа дубовая доска. И сколько год лежало, оно же не сгнило, ніде ничего. Именно сволок сгнил, бо сволок сосновый. Сволока сосновый, а дубовая доска нифига. И вот что получилось у нас, насобирать вот такую вот пачку, ну, грубо говоря, куб. Куб доски, вот, хорошая доска, суха, дубовая толщина, ну, где 35, где 40, есть толще, вот, толще доски. Короче, от 30 до 40 мм толщина, длина. Ну, метр, я не мерял точно. И вот такая обрезная хорошая досточка. Зачем ей, думаю, выбрасывать или полить? Я с ней, да, что хочешь, можно сделать. С ней можно сделать и стеллажи для поросят, и что угодно. Дубок служит долго. Ну, а це мы начали демонтировать уже потихоньку сами клетки. Это была дверь, перегородка для поросят. И тоже, все в основном вот такие стойки, подпорки, все дубово, поэтому оно долго служило. Двери тоже в клетке дубовые, поэтому долго служило. Вот так, короче. Что я планирую, что у меня в планах, друзья? Тут у меня... Сейчас доразбираю клетки, вот ту стойку осталось убрать и... эту стойку с досками. Потом начну разбирать уже такие корыта, полы, потому что тут полы, доска на доске, латка на латке, тут вообще помудохаться. Оно оцинковкой забывалось, ремонтировалось и жестью, и чем угодно. А это именно пятачок, где клеток не было. Тут доска дубовая, тестюха мне вчера казал. Тесть вчера заходил, я ему казал, что разбираю, что хочу тут сделать, а он каже, тут фундамент сантиметров 60, ну такой широкий, здоровый. То есть в чем, собственно говоря, сейчас у меня сложности и проблемы будут, в первую очередь, что я бачу. Вот, допустим, мне надо разобрать вот эти вот сволока все. Их получается 1, 2, 3, 4. 4 сволока, то и гнилые, то и на дрова порежем. А эти 3 хорошие, сухие, вот эти вот 3 сволока идеальные. Я их хочу туда... У меня там будет навес, то есть вагон и навес под общей крышей, ну то в будущем планирую. Я использую их туда. Уголочки, понятно, я поснимаю аккуратно, их тоже куда-то использую. Тут, получается, первый сарай был, вот этот вот сарай первый был для доращивания, что у меня сейчас. Сейчас я вам покажу, как я там потолок утеплял в самом начале. Вот. Вот сарай для доращивания. Він теплый сарай для доращивания, потолок теплый. Ну а сам, понятно,
шлакоблок підтаплювати треба. Пропускаються сильні морози, не дуже так, щоб теплий. Ну, я потолок тирсою опілкою утепляв, але треба подосипати, тому що я тут отсюда брав, у мене опілок не було, отсюда часть брав, треба досипати і утеплити. Ну, це все ладно, ми цю двері закриємо. Отак. О, отлично. Цю двері закрили, а цей вже сарай пристраювався, буковкою П. Ну, тобто П-образні стіни. І цей сарай у нас іде, виходить, снаружи красний кирпич, а внутрі ракушка. Ну, вчора я придивився, що зверху іменно три ряда, виходить, в кирпич. Ну, типу, як пояс, кирпичний пояс. І мені треба зняти от ці от всі сволока, демонтувати. І потолок я буду робити теж таким же методом, як у мене у новому сараї. Тобто так же само. Пірамідкою тут зробимо витяжки, штучки 2-3 витяжки, трубу, мабуть, 25 або 300 поставимо на витяжки, штучки 3. Тут, а виходить, двері в чердак, в цей сарай. Ми уберемо, поставимо сюди пластикове вікно із відкриванням, ну, наліто там просто, щоб було відкрито, москітну сітку. І в мене зараз виходить проблема, якщо я зніму ці сволока, сволока держуть, ну, піддержують стропільну систему, якщо я поубираю, можуть, іменно центральна частина, вона сама слабенька, якщо тут одержує фронтон, тут робота фронтон, як усилитель, грубо говоря, на стропільну пару. І там, ну, буде работать, я закріплю з тим фронтоном, буде работать фронтон, як закріпитель стропільної пари. А центр, центральна часть, у мене виходить слабенька. І може зробити шпагатик своєобразний. І тим більше самі п'ятки опори на стіни дуже-дуже ненадіжні. Ну от, допустим, якщо цей сволок я уберу, ну що у нас стоїть, виходить, на наружній кладці, або просто ряд кирпича, і виходить, вона просто кончиком опирається на стіни, і все. І так я вчора роздивився почти везде так. Тут так само я скобу уберу, кончиком опирається. Немає тут малого рвата, хоча, по ідеї, повинно бути от таким методом. От, іде маурват, і на маурват, на посадочне місце, становиться стропільна пара, п'ятка стропіли. Или носок, или, ну, носок з п'яткою стропіли становиться на маурват. В маурваті є там определені вирізи, ну тут так з краю зроблено, правильно зроблено. Ну, тільки кусочок так правильно, тут так кусочок. І там он край теж так само зроблений. От. Типа по правильному. А далі йде все. Ну, от, дивіться. От вона. Скоби я тоді монтую. От, опирається, виходить, на стінку. І на цьому все. Що це тут? Ага, витягнемо досочку. О, ну, стіна широка. От. От я уберу оцей, допустим, сволок, він не нужний тут. А сюди, як я розумію, мені треба зробити підставку хорошу, допустим, з дубового бруса виріжу таку підставку, площадку для опори стропів, щоб хорошо опиралося. І щось так будемо думати. Отак, будемо думати. У мене є в наличии мінеральна вата з нового сараю, осталось почти 3 рулона, зараз я вам її покажу. Там 2 цілих рулона, а один, ну, начатий. І також є пінопласт десятка. Десятка пінопласт. Тому що десятку пінопласт тут треба утепляти фронтон. Тут холодний фронтон, виходить, білий кирпич, нарубь. Фронтон утеплять і буде пластикове вікно, щоб тут був світ, сонце і так далі.
Цей фронтон тоже надо утеплять. Тут получается крыша холодна на этом сарае. Тоже утеплить, ну а двери так и будут закрыты. Тут в этой части вырезать дверь. Ну то вырежем. Короче, вот такие вот дела, такие планы. Что я хочу? Я хочу убрать, демонтировать полностью вот эти все брусья. Убрать всю паутину, чтобы сверху более подробно было и все видно. Укрепить саму крышу, чтобы не было, ну, чтобы она не сложилась. Чтобы не было шпагатиков у нас. И начинать демонтировать, взрывать сами доски на полах. И потом начинать там корочка бетона, это я точно знаю, сантиметра 3-4 бетона. Сорвать этот бетон. И начинать вкапывать. Вкапывать буду на всю полностью ширину. Ну, то есть по стене, по фундамент. Вкопаю по фундамент. И глубиной, ну, я як докопаюсь до конца фундамента, буду уже понимать, ага, конец фундамента, нижняя часть фундамента. Може я остановлюсь. То есть яма, получается, буде глубиною, може 60, може 70, може 80 сантиметрів сама яма. И потом делать заливки, выкладывать, заливать и делать буду щелевые полы. Щелевые полы не из бетона. С бетона мне как бы не совсем нравится. Сейчас объясню почему. А буду что-то думать или из арматуры поварю, или из квадрата, или же металл. Как же он правильно называется? Перфорированный металл, ну то есть с дырочками такими. То есть, чтобы мне подошло оно для навоза, чтобы хорошо туда проваливался навоз. Машина подъехала, вот допустим, вон ворота заехала, подъехали сюда. Я открыл возле двери люк, свиньи не мешают, они там в себе бегают и выкачали спокойно. Также хочу сделать, как я вам раньше и сказал, с той стороны трубу. З вулиці через фундамент туди в яму, щоб і з тої сторони можна було викачувати. Ну, це типу тільки проєкти такі. І також мені треба, перед тим як утепляти кришу, мені треба чуть-чуть, от, допустим, перемичка на стропільній парі. Її треба чуть-чуть опустити, щоб більше була жорстка, щоб не так ноги, щоб не пороз'їжджались. Ну, я вже простим язиком, щоб не було такого шпагатика. Чуть-чуть ниже опущу перемички. То есть, получается, у меня место есть до вікна ще сантиметров 10, до начала короба дверей этих, ну, будущее вікно. Я еще одну добавлю ниже. И так сделаю всі по уровню, выставлю, чтобы всі були одинаково. Там плюс-минус, я думаю, вони стоять не одинаково. Поставлю одинаково, щоб мені можна було утеплений, уживатий потолок. Обшивать хоть USB, хоть там чем угодно. Без вытяжек тут будет просто катастрофа. Почему я не оставляю такой потолок? Ну, ровный потолок, обшить его и можно пользоваться. Нет, тут будет газовая камера. Тут будет вонь тогда стоять такой штин аммиака и всего. Будет стоять штин. А если я сделаю потолок точно так же самое, как у меня в новом сарае, трехгранной пирамидкой, то весь этот штиняк будет подниматься вверх, еще от меня метра, метр 30 десь примерно, и там будут вытяжки. Вытяжки поставлю, я уже сказал, вот такого диаметра, пластмассовые штучки 3, а может быть даже 4. Но тут еще с коньком проблема, если по центру, если правильно, их надо выставлять по центру. А по центру надо нарушать обрешетку, шалюпку, снимать верхний шифр, то есть мудохня. Может, я чуть смещу, и сделай потом от конька прямо на трубу жестянку, ну, чтобы она не затекала. Что-то такое будем думать. Думаю так. Вытяжки по-любому надо ставить. Штучки 3, ну, площадь, грубо говоря, нездорова. Там, по-моему, я считал плюс-минус 25 квадратов. Ну и вот, грубо говоря, тут будет сидеть выводок. Штук 12. И тут будет сидеть выводок 12, или там по десятку, ну без разницы. То есть помещение самое по себе теплое, стены теплые, ракушка и кирпич. А
потолок мы утеплим, фронтоны тоже утеплим пенопластом. И я думаю, будет жестко. Ну да, единственное, что времени нам все не хватает, надо делать и то, и сарай, там освещение, розетки. Но тем не менее, думаю, самое главное, что у нас? Самое главное начать. Если начнешь, то уже никуда не денешься, надо будет заканчивать. Я сильно тоже долго растягивать не планирую, потому что желательно сюда запускать безсредком, потому что откорм в новом сарае, ну, как бы откармливается, но все равно лучше же не убирать навоз, выкачать из всего, а только корм насыпаешь воду, вода у меня вот прям колодец, 3 метра, бочку поставлю, накачав 200-300 литров, и все, вода будет тут, а будут пить. И будем выкачивать навоз, и будет уля-улю. Просто что, ну, как бы не совсем... Время нам все хватает, но тем не менее, начал и потихоньку-потихоньку утеплю потолок. Пока даже обшивать не буду, просто утеплю его хорошо, может быть фронтоны. Ну, фронтоны, наверное, потом уже в конце утеплим. И если что, я тут поставлю газовую горелку. У меня есть специальная газовая горелка для обогрева. И тут тепло, можно работать зимой, в любой мороз или дожди. И так само копать. Земля не буде замерзати, можна потихоньку копати і що, і вивозити. Так, от виходить, у мене ще оцинковка є, і станки для опороса, ремонтні частини. От пінопласт, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, і там ще так само одинадцять. Ну, короче, пенопласта хватит с головой. Вот вікна, что я вам казал, у меня есть. Такие, как я ставил в сарай. Из холодильников. Тоже пригодится. Ну, доска пойдет на стеллажи, даже тем же поросятам. Если сюда запускать новую партию, можно стеллажик пока. А потом стеллаж убирать. И плитку надо ложить в новом сарае. Ну, то есть, делов хватает. Плитку я уже после Нового года, уже как более свободный буду. Поголовья не буду. И так и будем делать. Сейчас утеплитель покажу, как я остався. Вот сюда я выведу с того сарая, допустим, тут в этот вольер. На мясо. Вывел одну, две. Закрыл все, я там не бегаю. Они тут ждут. Прихода, допустим, Андрюхи. Андрюха прийшов, харакири зробив і пішов. От, виходить, душ. І в мене є, ну, два рулона нових є вати. І один розмотаний, ну, він теж почти новий. Також є в мене боксерська груша. О, в бокс. Кто там любой из вас в бокс. И также я весь утеплитель из сарая для доращивания снял и измотал его тоже в один рулон. Его тоже немало. Квадратов 30, наверное. И тоже можно его использовать на потолок. То есть вату, ним закрою вату, а потом подешью. Ну, то есть что-то такое будем думать. А так планирую. По новому сараю все отлично. Вопросов нема. Ну, вообще все там идеально. Вот, допустим, хоть отсюда вот машина заехала, там скачала. Хоть, допустим, отсюда, если я сделаю, заеду, скачаю. Вот именно оттуда сделаю. Прям трубу сюда. Вот так. Чик, прям фундамент. Через фундамент и туда в яму, в ванну навозную. А... Если я сделаю вытяжки в самом коньку, ну, допустим, чтобы крыша не текла, не подтекала, это надо делать коньку. Коньки снимать и коньками обходить потом сами вот эти трубы. Я так думаю, смещу сюда сантиметров на 30. Ну, типа, как я там делал, я сместив чуть-чуть и нормально. А, я сместив вообще на одной половине только вытяжки сделал. И так само сделаю тут, а сверху... Свою квадрат оцинковки сделаю уже с вырезом под трубу. И сделаю как конек цю оцинковку и одев на трубу
щоб не підтікало. Щоб з конька, воно по цинковці, ну, то є так. Текти не буде. От, виходить, ряд білого кирпича прогнаний. І на цей ряд, на крайній ряд опираються стропільні пари. І все, кончиками, тобто носочками. А п'ятка гуляє. От, я зроблю опору на всю стінку і на п'ятку. От, ніде трещин нема, нічого нема, то все хорошо, все отлично. Спочатку той сарай строївся перший, а потім цей. Ну, саме головне. А тут, а от де двері в чердак, вікно буде вовнутрі відкриватися туди. Ну, літом, допустимо, літо, весна, коли жарко, тепло, відкрив туди із москітної сітки і все. І світ буде колосальний. Тобто так. На досках зверху лежав отакий от шифер із чого він, непонятно. Ну такий, типу, як раніше був рубероїд, тільки товстий. Рубероїдний шифер. Я його теж не викидаю, кудись може піде на ізоляцію сюди. Ну десь, коротше, використовую. Тобто двері так і остаються. Вікошко оце так і остається, воно мені поки не треба, я його задействувати не буду. Ну, уберемо вже все, воно тоді буде більш понятно. Всю паутину соберу, все соберу і буде отлично. Ну, нормальний сарай буде. Ну, правда, да, роботи немало, але, тим не менше, треба щось зробити, а не сидіти на місці. Тут якийсь тюха, видно, утепляв. З чердака, щоб сюди не дув мороз. Ну, тут по-любому пінопластом утеплюємо, десяточки зашиємо фронтом, або пінопласт по пінопласту пошпаклюємо, скоріше всього, та й все, закатаємо там. От, видно, де воно. От, стоїть на вон той білий кирпич край, і воно на нього опирається. Ну, вони там не роз'їжджають, самі стропіли. Ну, допустимо, ця сантиметрів 8, мабуть, от ця от стропіла сантиметрів 8. А іменно оця сантиметрів 5, тобто сама маленька. А крайні, от, тут, мабуть, 8-10, і так само тут 8-10 сантиметрів. Ну, тобто, непонятно, а іменно центральна частина, мені треба, щоб самий центр був крепкий. Слабенька стропільна пара. Ну нічого. Коротше, починаємо движення потихоньку. Потихоньку тут можна крутитися в свободне від роботи время. І будемо робити на щелях, щоб не тягати навоз, викачав і все. Тільки насипай корм, а воду закачуй прямо з колодця сюди. Та взагалі отлично буде. Так що то так. Я думаю, криша не ляже, усилим, зробимо. Ну, я вже як буду її розбирати, ну, вже воно буде понятно, як я буду там лазити, я вже узнаю, що за стропіла, як стоять, як кріпляться між собою і так далі. Якщо що, центральну, вона в мене, виходить, сама основна центральна, її усилю. І потім перемички теж усилю. Ну, то і щось буду думати, колхози. По-любому зробимо, по-любому. Ну, от прикиньте, отак зробити з таким потолком. Ну, тут же ж, тут 5 голов було, та удушитися можна. Тим більше, тут витяжка считалась у тестя. Ось оця от труба сота маленька, одна витяжка. Він потім розібрав потолок по центру, доски 4 зняв і відкривав оці двері. Це якщо літо, весна, осінь. Якщо зима, закривав усе тут на глухарі, то через кришу замерзало тут все. Бо стіни теплі, а криша не дуже. Тобто так. Ну, коротше, такі, друзі, діла. Будемо займатися потихоньку. Буду показувати, як буду все робити, демонтувати. Ну, діло, понятно, що не швидко, але, тим не менше, щось придумаємо. І будемо потихоньку вкапуватися.